Походу, я не первый, да, сюда? Я отпущу тогда. Интересно, чел ко мне сразу пойдет? А так у меня другой чел. А там пушек не было, да? А посмотреть сразу наверху. Наверху вроде никто не бегает. Вот, перезагрузил VPN и норм стало. Вот, прям чувствуется, что лучше. Это странно, кстати, что так. Возможно, просто к серверу какому-то плохому подключилось. Так а тут тоже одни ДМРки и СРки лежат. А вот калаш нашел, хорошо. А тут где-то X2 еще лежало. У него восьмерка была. Все-таки от хорошего подключения очень много что зависит. Неважно какого железа. Если у вас подключено хреново, то будет плохо все. Вот как там, типа, стреляю в голову и просто мимо пуля летит. Вы там сами все видели. Стою на краю скалы и потом резко внизу оказываюсь с 10% хп. Так, наверное, дым-пушку возьму. Слушайте, наверное, еще и канистру сразу захвачу. А, зона сосновка. Мне не нужна канистра здесь. Я вот туда лучше оставлю. Так, у меня чел здесь наверху стоит. И, по-моему, как раз-таки его убили. Ну вот, совсем другое дело пошло прям вот. Очень хорошо, что я решил перезагрузить. Чтобы так до конца стрима просто сидел. Так, у меня чел на втором. А я тут не могу, да, стрелять? Ну, я надеюсь, у него хае нет. Потому что иначе я умру просто. Тут есть такой лайфхак. Короче, можно просто сюда запрыгнуть. Сейчас. Ну все, он в ловушке. Он уже оттуда никуда не денется. Для него это смерть.
меня гранат еще нет. Меня где-то здесь драгунов стрелял еще. Нет, тут никого не вижу. По идее, можно на мост сразу ехать, я думаю. На мосту кого-то поискать. Я думаю, что там поедут по-любому. Да надо забанить его, я думаю, этого Пуаро, потому что он у меня уже на протяжении недели просто каждые 10 минут кидает рейд на одного. Просто прибанить, видимо, просто пропиариться захотел. Но мост правый есть, зачем на правый? Самолет вон как летел, тут слева все будут. По мосту никто не поедет. Вон там уже тачка какая-то в конце моста. Интересно, пой. А как я так не попал-то в него? В ногу попал. Кто-то еще едет или что? Или куда он стреляет? Там чел на балконе или где-то в окне? В окне, да, бегает? Вот опять непонятно. Как это так? Попался-таки. Слушайте, мне на самом деле не нужен желуд, да? Или нужен? Я бы, возможно, какую-то М-ку бы хотел взять. А бы МССР-ка или с Драгуновым доигрывать? Привет, ребята, всем приветствую. Ну, вот М-ка есть. У него допов никаких. Там че, лутать пошел, да? Фу-фу-фу-фу-фу. Как же это было красиво. Пошалеть.
Ну, тут есть большая жопа. Это мы ее, наверное, возьмем. Можно просто обратно сразу же вернуться. Last lead. Let him in a shot. You here? Here, блин? You here, here? Как правильно сказать, типа, ты был здесь? You dead here? Yes. Oh, yeah, nice shot. You... show you... show my shorts next. Там еще едет тачка. Новый. То как же я плохо пострелял, капец. Не, ну мотоцикл, если я не выбью, это я не знаю, что будет. Ого. What the fuck? Я как же плохо я пострелял, это жесть. Нет. И он сейчас выйдет еще, наверное, посмотреть. Тут я сплоховал, короче. Почему я так не стреляю, когда мне надо? Чел просто разбился. Сколько машин едет, офигеть. Сколько машин едет. А что это он такое за фигню сделал? Там еще мотоцикл едет. Офигеть. Слушайте, я мог на этом мосту делать просто невероятное количество фрагов. А кто? Он от зоны? Он от зоны умер. Ну, я думаю, что это был бы 13-й. В смысле кемпер? Мосты просто издавна закрывали все. Какой нафиг кемпер? Ты чё? Окстись. Я очень много машин пропустил, на самом деле. Это прям вот не поспоришь. Еще едут. А что? What the fuck? Это самый имбовый мост, наверное, за всю историю. Не, ну был еще круче, когда я 12 фрагов сделал на мосту. Просто едут и едут, едут и едут.
Ну, четвертая фаза уже пошла, на самом деле. Мне бы свалить отсюда. Потому что иначе я просто потом не выйду отсюда уже. Живым. Короче, на него надо мне вот, на этого надо болт положить просто конкретный. Вообще, по идее, знаете что? Если вы хотите, чтобы я его быстро убил. Короче, это можно сделать, знаете как? Вот так вот, смотрите. Я ему показываю, что я уезжаю. Там еще тачка едет. Как я так промахиваюсь-то, ё-моё? Ужас. Смотрите. А, ну... Через 9 секунд, да, пойдет только зона? Мы просто делаем вот так вот. А потом... Просто ждем. Идем на ноге. И убиваем. Все. Потому что слишком долго там... Его ждать. Так, я ук, наверное, возьму. Все, let's go, короче, в зону. 53 секунды, и мне надо очень много проехать, на самом деле. А тут уже подвал нигде, да, не открыть? 25 секунд. О, сейчас будет сложно. А, не, нормально, я тут по прямой. Просто долетаю. Оставь эту идею, мужик. Так, у меня еще и аптек тут много, на самом деле. Это очень хорошо. Сверху, да, стреляет по-любому. Так, и у меня сейчас сверх будет выжимать, на самом деле. Но мне как будто бы тут, ну, не надо выходить, да? Потому что у меня вот тут чел, у которого... А, ну все, он побежал. Так, и у него там зоны нет. Он будет там, значит, да? Не, как будто бы неоправданный риск. Мне надо вот в этого сыграть сейчас, типа. Он сейчас по опену здесь побежит. Немножко семерок взять. Он должен сейчас по опену здесь бежать. Я не понял, кто кого убил. Там же тоже карик, да? Да, этот убил чела. Есть. Так, теперь тут сверху чел где-то должен быть. Возможно, он уже сюда куда-то подошел под меня.
Ну ты серьезно, мужчина? Ну что это такое? Ну и 1 в 2 получается. Ты просто забыл, что в зону надо, скорее всего, или что? Непонятно вообще. Что он там сделал такое? У меня вот тут, по идее, сверху должен чел играть где-то. А, вон там чел какой-то побежал, да? По-моему, что-то видел там. Слушайте, я, наверное, сам отсюда сверху сыграю уже. Чтобы видеть все. Угу. И он стрелял куда-то сюда, да? Вроде как. Вроде как он сюда куда-то стрелял. Но я на всякий случай все равно тут посмотрю, проверю. Нет ли у меня никого здесь. Он мог сюда выстрелить, по идее. Ну, вроде как никого, да? А, все. Все, я выиграл, ребят, эту игру. Если мне в голову чел не залепит сейчас. Ну, скорее всего, нет. От зоны умрет. Но это будет такой себе финал. Все, отличная катка получилась. На ютубчик. На ютубе будет смотреть. Лайк, комментарий. Красиво, красиво. Так, ну давайте урон посмотрим, сколько там. Ну, урон должно быть меньше, по идее, наверное. Хотя я столько машин пропустил на мосту. Поэтому тут нормально. 1500 урона, ладно. Лучше бы не показывал.